Правительство Франции вынуждено пересмотреть свои прогнозы роста экономики в сторону снижения. В связи с этим Парижу предстоит включить режим жесткой экономики государственных средств. Так, 10 миллиардов евро планируется сэкономить на сокращение расходов министерств. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Бруно Ле Мэр. По его словам, оценка правительством экономического роста на текущий год была в 1,4%. Сейчас прогноз пересмотрят до уровня в 1%. При этом Ле Мэр отмечает, что в нынешней ситуации необходимо учитывать геополитический контекст. Он включает российско-украинский конфликт, события на Ближнем Востоке, а также замедление экономики в Китае и рецессию в Германии, которые способны еще больше обвалить французскую экономику. Франция ждет тяжелые дни в ближайшие два квартала минимум. Действия аграриев, фермеров, нехватка продуктов питания. Это 10 миллиардов то, что они экономят. В первую очередь, скорее всего, на мой взгляд, из них 7 миллиардов будет перенаправлена помощь Украине. Германия 10 миллиардов обязалась. Франция 7 миллиардов, вот так и дальше. Что будет с ростом экономики? Я не думаю, что более чем 2-2,5% будет годовое исчисление.